То есть это не будет ошибка, если кто-то скажет, как же они уже вышли и заняли свое место. Тем не менее, это только и исключительно абсолютно весовая категория, в которой будут выступать спортсмены в четырех подгруппах.
I
Гапон, уберите. Кади, гапон, подъемок. Дай, Кади. Скажи. Кади, это гапон. Региональный гапон, не кидай. Что? Это Yeah.
Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, закончился у нас армлифтинг, а сейчас мы увидим интереснейшие поединки именно весовой категории, абсолютно весовой категории на левую руку. Так как я и говорил, списки участников уже готовы. Сейчас я вам всем постараюсь объяснить, как проходить будут абсолютная весовая категория. Итак, спортсмены разбиты на 4 группы и будут бороться на 4 столах. В каждой из 4 групп находится, соответственно, в первой группе 6 участников, второй 6, третий 6 и в четвертой 7 спортсменов.